обычно как? Идет Ира сейчас на тренинг, у нее тревога, она: так, мне некогда, я уже опаздываю, мне надо вовремя прийти. Задавила все это, и как в чайнике накипь, одна тревога, вторая, третья, пятая, десятая. В итоге это мощный комок напряжения. В итоге приходите на индивидуалку и снимаем напряжение с тела. Вы его сами сформировали. Есть такое понятие в психологии — гештальты. Незаконченный гештальт. Что такое незаконченный гештальт? Пошел покакал, попу не вытер. А еще лучше, там чего-нибудь частично торчит, оно еще не до совсем вышло. А вы пойдите за компьютер, сядьте и попробуйте игрушку поиграть. Да? Так вот, гештальты нужно заканчивать здесь и сейчас. Чувства в связи с чем? Остановились, порешали. Как? Я буду позже учить. Едет блондинка. Ну, блондинка — просто нарицательное имя. Едет и ругается с мужем. Она еще дома гештальт не закончила с мужем. Ссора у нее. Чего ему надо было сказать? А вот это ему, наверное, не сказала. А вот про это вообще вот. И вот она едет, ей бум в задницу. А? Или она кому-нибудь бум. Она. То есть аватар, тело ее было в машине, ее не было. Вот мы так живем. Не присутствуем.